сильно качественно. Когда родишь, да ну, думаю, завтра роды. Привет, Ставрополь. Привет, Николаев. Только Бургер Кинг. Привет, сестра. Ты что, еще не спишь? Я думала, вы уже спать легли после перелета такого тяжелого. Сколько тебе лет? Общаешься с одноклассниками? С одноклассниками не общаюсь. О чем мне с ними общаться? Собственно, им о чем со мной общаться? 23 года мне. Занимаешься на скрипке? Сегодня занималась. Как занималась? Полтора часика. Это мало. Ну, а ты грубая, очень грубая. Привет, Новотроицк, мой родной. Если что, эфир прервется, то у меня телефон выключится. Не разрежу. Такая красивая, спасибо. Откуда столько вредности, агрессии в тебе? Вот каждый человек видит ровно то, что он хочет видеть. Если ты видишь во мне агрессию какую-то, еще что-то, просто отпишись и всего доброго, до свидания. Больше не беспокой меня и себя. Твой дядя тебе привет передавал. А какой дядя мой? Что-то непонятно мне. Саша, скажи, Падди познакомилась с Яшей и Маюшей? Да, познакомились, но только Яша очень прям так агрессивно воспринял Падди, а Маечка побаивается Падди. Не знаю почему, а Падди наоборот хочет с ними дружить. Привет, Махачкала. Привет, Антрацит. Красиво, очень спасибо. Да сегодня не очень красивая, еще и приболевшая, и ко сну. Смотришь «Замуж за Бузова»? Смотрела, мне очень понравилось. Не, у нас акклиматизация. Я поняла, какая у нас акклиматизация. Если тебе направятся вопросы, какие задают, не создавай эфир и не трать нервы. Я нервы не трачу, моя дорогая. Я общаюсь исключительно с теми людьми, с которыми я хочу общаться. Если мне не нравятся вопросы, я буду говорить, что мне не нравятся вопросы. Если мне нравятся вопросы, я скажу, что мне нравятся вопросы. Поэтому без указаний, пожалуйста, я сама разберусь, с кем и как общаться. Ладно? Доброй ночи. Колумбия. Hello. Что ж такое? Привет, Луганск. Привет, Хабаровск. Саша, Тумочка, спасибо. Привет, Ростов-на-Дону. Сегодня как раз подружка с Ростова общалась. Анечкой. Как думаешь, кто из ведущих лучше? Кузин. Кузин, вот, подсказка. О, уже не Стразик тут, сейчас покажу. На спине отодрала. Строишь из себя непонятно что. Ну, вообще-то непонятно что, непонятно кого, раз уж на то пошло. Если тебе что-то не нравится, вышел и не смотри, ложись спать, время-то позднее. Привет, Воронеж. Ой, тебя давно не было, и Женьки тоже. Как? Вы как дела у вас? Дела замечательно, мы хорошо. Завтра ранний подъем у нас, а мы еще не спим, уже час ночи почти. Я это понимаю. Но вот ты была согласна, вот это все. Просто так до свидос, великая потеря. Лапонька, уйди уже отсюда. И больше не появляйся сюда. А то я знаю, ты любишь сюда залазить. Привет, Армения. Саша, Женя, лучше, спасибо. Запорожье, привет. Привет вам. Сразу Барзикова нашего вспомнила. Какие книги сейчас читаешь? К сожалению, пока никакие. Но, кстати, вот на протяжении недель-двух так вот езжу и думаю, блин, надо что-то купить, почитать. Почему не хотите мне отвечать? А она что отвечает? Привет, Баку. Александра, привет, привет. Хейтер, идите нахер. Все правильно. Привет, Пятигорск. У меня там бабушка сейчас, кстати, находится рядышком, возле Пятигорска. Привет, Абхазия. Привет, Осетия.